20-летний молодой человек погиб, упав вместе со своим автомобилем с моста в Набережных Челнах. Неуправляемый «Жигули» шестой модели не остановил ни высокий бордюр, отделяющий проезжую часть, ни ограждение моста. В чем причина трагедии, попыталась выяснить Альбина Минибаева. Трагедия произошла в 21:40 на мосту через реку Шильна. 20-летний парень, житель Муслимовского района, двигался на «Жигулях» шестой модели. Очевидцы в соцсетях утверждают, что водитель проехал на запрещенный сигнал светофора, а уже через несколько минут оказался в овраге. Водитель 97-го года рождения, двигаясь на автомашине ВАЗ-21063 со стороны проспекта Чулман в сторону садоводческих обществ, не выбрал безопасную скорость движения, в результате чего совершил опрокидывание с моста. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Автомобиль превратился в груду искореженного металла. К слову, следов торможения на асфальте нет. По предварительным данным, основной причиной трагедии стало превышение скорости. Альбина Минибаева, Елена Камалова, Ленар Султанов. Вызов 112.